Вчера коньки, сегодня резиновые сапоги. Одесская зима проявляет себя во всей неприглядной красе. Гололед после плюс 7 сначала превратился в снежную кашу, а затем на некоторых улицах образовались настоящие озера. Больше остальных не повезло. Химическая и промышленная глубина искусственного водоема там достигала до 50 сантиметров. Его с трудом преодолевали грузовые машины, легковушки глохли, а 8-й троллейбус вообще приостановил свою работу. По словам местных жителей, этот участок подтапливается регулярно после каждого ливня. В свою очередь специалисты Инфокс водоканала, которые проводили прочистку, говорят, что виной всему мусор, попадающий в дождеприемники после обильных осадков или вот таких наводнений.